уже давно прилетел, где-то, наверное, ну, в начале лета. Его ребята прозвали Леха, уже ему имя дали. Ребята кормят его постоянно, когда вот, ну, сезон был, купались. Кушать там готовили, и он с рук кушал. Так что его все любят, кормят, не обижают. Он, наверное, это чувствует и прилетает сюда.